В городе Кировское 24 июня состоялось торжественное открытие фирменного супермаркета «Геркулес Молоко» по адресу улица Донецкая, 2А. В день открытия, по доброй традиции, был организован яркий праздник для всех желающих. Открытие этого магазина, тем более в старой части города, это очень значимое событие, потому что старая часть города далеко, это вот в основном пожилое население находится. Очень удобно, очень хорошо, положительные отзывы. Люди ждали открытия этого магазина, потому что и продукция не сильно дорогая, скажем так, пенсионер позволит себе купить это. Поэтому спасибо огромное. Супермаркет «Геркулес Молоко» для своих покупателей представляет широкий и разнообразный ассортимент фирменных товаров торгового дома «Горняк», торговых марок «Геркулес», молочной продукции «Глечик», «Добрыня», широкий выбор колбас «Пан Фазан» и сыров «Гудвин», разнообразие кондитерских изделий. Среди полуфабрикатов были представлены высококачественные пельмени «Геркулес», а особенностью торговой марки в летний период является фирменное сладкое мороженое. Часто проходят акции именно на нашу фирменную продукцию. Это много акций по молочке, консервации, замороженной продукции и кондитерских изделий. Приглашаем посетить всех жителей и гостей города наш магазин. Приятно удивят цены и обслуживание персонала. В день открытия магазина были представлены специальные ценовые предложения. Определенный перечень товаров будет доступен по более низким ценам, которые отмечены желтым цветом в течение месяца. Удобное месторасположение, ценовую политику и качество продукции отмечают покупатели магазина. Удобно по пути домой, работает до 10 вечера. Ассортимент, да я думаю, хватает, всего тут не запомнишь. А из фирменной продукции «Геркулес» что вам больше нравится? А что мы с «Геркулеса» берем? Молоко берем, «Добрыня», сметану берем. Мороженое. И мороженое есть, и колбасы большой выбор. Вот. И повседневное что-то купить можно тут, и порошок, и мыло, и тряпочки для мытья. Это все как-то по ходу. Цены сравнительно с другими магазинами здесь не очень дорого. Рисование коллективной картины, аниматоры, шоу мыльных пузырей, конфетти-пушка и мимы подарили необыкновенную сказку для детей. Для родителей была организована викторина, в ходе которой по заранее отправленному билету в «Лототрон» счастливые ее участники имели возможность получить призы фирменной продукции «Геркулес», а также их партнеров «Визит», «Витекс», «Эклин», «Грин Лейбл», «Донко Кариба», торговая марка «Доктор Саммер», «Атлант Фуд Сок Мой», «Лаконт» и «Мастер Торг». Для пенсионеров тоже были подготовлены подарки. При покупке на сумму от 150 рублей они гарантированно получали молоко, кефир или ряженку. Спешите посетить новый супермаркет «Геркулес Молоко» в городе Кировское. Сергей Михайлов, Елена Чистякова, Новороссия ТВ. Вот так хорошо.